Мужик, дай по-братски домашку списать. Майкл, ты бы хоть раз сам что-нибудь сделал. Кто бы говорил, сам к нему списом сел, чтобы домашку списывать. Так ты со мной сидишь, потому что списывать удобно. Жик, дружище, ну что ты его слушаешь? Оп, что за шума, драки нет? Да ничего, Вжик зажал домашку списать. Майкл, ну ты в край уже оборзел. Вжик не подписывался все делать за тебя. Слышь, ты че рот открыл недомача? То, че ты несешь? Ну а че, только понты, а сам ни одной девчонки не склеил. Да я любую склею. О, пацаны, давайте замутим челлендж 24 часа матча против ботана. Оу-оу-оу, интересненько. Да легко, иди физику учи, ботан. Хочешь, чтобы мы устроили челлендж? Тогда подписывайся на канал и ставь лайк. Ну красавчик же, все девчонки мои. Здорово, Сайлон, чё ты здесь красуешься? Чё ты делаешь? Ты мне чуть плечо не сломал. Чё, неженка, блин, погнали. Ди, ну чё ты с тем красавчиком общаешься? Хай, детки, кто пойдет сегодня со мной в кино? Не понял, это чё сейчас было? Так, ну здесь Кей, это постоянно бойцмана. 1/38 вычесть 10 умножить на 23. Так, но учитывая, что температуры Цельсия в Кельвины, ты перевел все верно. Так, тогда ответ 1103. Майкл, тебя не узнать. Тебе идет. Спасибо, девочки, я тронут. Здорово, Майкл. Как успехи в кружке ботанов? У меня все отлично. Вот обсуждаем с Жиком теорию вероятности. Вот это ты реально ботан. И что там ваша вероятность? Вероятность того, что ты выиграешь в этом челлендже, равна нулю. Сейлор, ну давай, покоряй нас своей харизмой. Мачо ты наш. Успею. Джонни, братишка, как сам? Че, туса в силе? Да, да, буду. Да, я еще не решил с кем. Все, давай. София, это он Джонни из параллели, что ли, разговаривал? Да, они же дружат, они в одной команде играют. Блин, он такой крутой. Да, парнишка что надо. Все при нем, и спортивный, и красивый. Ну что, девчонки, кто хочет составить компанию самому красивому парню? Я хочу. Ди, ты че, это он специально, из-за спора с Майклом. Не вздумай с ним идти. Крошка Ди, да не слушай их, они просто завидуют. Было бы чему завидовать. Класс, доброе утро. Доброе. Так. К доске пойдет... Дэн. Блин, черт. Да что я-то сразу? Дэн, ну давай, давай. Нужно исправлять двойки. Расскажи нам, что такое СУБД. СУБД это... Система. Система. Сисклема? Система. А, вот, я и говорю, система. Управление. Уравнение. Управление. Система управления. Ну-ну, Дэн, я слушаю. Базами данных. Базами? А, базами данных, вот, все, точно. Ох, Майкл, покажи Дэну, как нужно отвечать. Расскажи нам, что такое Паскаль. Паскаль – это императивный и процедурный язык программирования, разработанный Никлаусом Виртом как небольшой эффективный язык, предназначенный для поощрения надлежащей практики программирования. Он назван в честь французского математика. Философа и физика Блеза Паскаля. Чувак, ты что, робот, что ли? Так, мне все понятно. Завтра жду с родителями в школу. Да почему? Я все правильно отвечу. Бузер.
Сайлор, ты что, у нас самый умный? Выходи, давай послушаем, как ты готов к уроку. Ой, как досадно, не успел. Ничего, к следующему уроку 3 параграфа с тебя. 3? Без проблем. Жесть! Это 3 подхода по 10 раз. Жик, давай покажи, как надо. А чё я? Пусть вон болтик. Я кайфую, у меня вон освобождение. Вижу ухо. Чё, волчок, хочешь, я и тебе руку сломаю? Тоже освободишься. Эй, ботан, норму сдавать будешь? Держу нас, мачо, качок. Покажи, как надо. Да легко. Иди, детка, подержи. Давай, теперь твоя очередь. Бота, ну ты чё? Я ж на тебя поставил. Физическая сила не главное в жизни. Ну, конечно. Смотри, как я еще умею. Да, я просто не размялся. Сейчас попозже покажу. Давайте в кольцо покидаем. 21. О, ну в этом я профи. Смотрите, дай мне. Майкл, давай, мы должны отыграться. А то я без обеда останусь. Вот он завис, сломался походу. Дэн, варежку прикрой, я сбиваю моего человека. Майкл, бросай. Yes. Кажется, мне начинают нравиться умные парни. О, Изи, а как Сайлор? Не, ну Сайлор, конечно, красавчик, и нравится мне больше. А я все-таки хочу попасть на вечеринку Джоли. Сайлор, ты уже решил, с кем пойдешь к Джоли? Конечно, с тобой, крошкоди. Вечером зайду за тобой. Ну что, подведем итоги? Кто круче, ботан или мачо? И не забудь поставить лайк и подписаться на канал Фанни Дамик. Всем пока!